сливать боится. Пятница, тещины вечерки. По традиции, в этот день теща с подругами приходила в гости к зятю на блины. Но у пятиклассниц это в далеком будущем, а кто-то и вовсе окажется свекровью. Поэтому нужно учиться печь самим. Тема сегодняшнего урока – технологии – блины. Рецепт классический. Яйца, мука, молоко, сахар, соль и немного разрыхлителя. И один секретный ингредиент. О нем на уроках технологии девчонкам рассказала педагог Татьяна Данина. Еда должна готовиться с любовью. По-моему, это самый главный ингредиент, который должен быть и дома, и в школе, и везде. И в столовой, любой столовой. Печь пятиклассницы будут не на сковороде, в распоряжении хозяюшек из 5 Б – блинницы. Наливай не полностью просто. Размазывай. Только не возите по сковородке, по самой, а только по тесту. Блинчики получаются меньше, чем на сковороде, зато хватит всем, даже мальчикам. А значит, масленицу можно будет отметить всем классом. Масленица – это праздник, когда провожают зиму, и чтобы поскорее пришла весна, вышло солнце и снег пропал, чтобы скорее было на улице тепло. Но пока на улице мороз, зима уходить не спешит. Девчонки и рады, признаются. Немного грустно с ней прощаться, ведь в этом году она была настоящей, снежной и морозной. Но по солнышку тоже соскучились, поэтому пекут один блинчик за другим. Блины очень похожи на солнышко, и, в принципе, мы ожидаем того, чтобы солнышко светило ярко и травка появилась. Блины испекли, можно накрывать на стол. Есть и сметана, и варенье. Угощение на любой вкус. Проводы зимы состоялись. К концу недели синоптики обещают 3 градуса выше ноля. Но прятать в шкаф теплую одежду рано, погода в марте очень переменчива. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».